Я Грицко Валерий. Очень да. Приятно вас видеть. Все, есть работа, есть у вас? Или приезжайте сюда, вы здесь работаете? А где, где вы работаете? В Дому культуры, директор. Вы директором в Кирилловке? Да, в Дому культуры. А, вот, значит, не а дом, а Камину культуры. Камину культуры. Бурбичлим Барусыш, Молдавинская. Да, и молдавский, и украинский, и цыганский. И там все. Кто живет в основном в Кирилловке? Осталось сколько людей там живет? Где-то за 50-60. 50 есть. И да, молодежь есть? Появилась? Ну, все равно молодежь. Остальное ну, все, то... надо танцы делать, что? Свадьбы делать, дома надо строить. Ну, свадьбы сделали, все. Ты женат? Нет. Надо пока жениться. Нет, ну, сейчас, на днях, может. Женишься? Конечно. Вы владеете, у вас есть свой бизнес, магазин, да? Не у меня, у мамы. У мамы, ну неважно, семейный бизнес. И что там в магазине вы продаете? Цены хорошие у вас? Да, цены. По соседству монастырь? Да, нет, монастырь чуть дальше. Газ у вас есть уже? Газ есть, вода есть. Все, интернет все есть. Интернет есть. Дорогу надо сделать. Да, да. Есть дом культуры в Кирилловке? Есть. И что вы там, танцуете, поете? Танцуем, поем. Шаг, ближайшие мероприятия, что у вас будет интересного? Что у вас будет, может, с гидросезоном, делается молодежи. Возле Дома культуры. Ну, там, Хоросатулы будет? Это в сентябре Хоросатулы. А будет Хоросатулы? Будет, конечно, будет. Хоросатулы. Да, приезжайте. 21 сентября. Храм. Храм. Из Кирилловки. Так, ну, я знаю, местный житель, Грицко Валерий. Я его из фамилии из Мельниковки, Герашко. Герашко Агафья, бабушка моя была. А вы представьтесь, как вас зовут? Ну, Грицко, Валерий. А, Грицко, это вы папа его? Да, да, да. Очень да, приятно да. было с вами познакомиться, да. узнала много о Кирилловке. Кирилловка у нас, как говорится, уже не в упадке. Имеем природный газ, имеем водопровод. Только не пользуйтесь отоплением, не хотите? Ну, ну не пользуемся, потому что не по карману. Желаю вам здоровья, всего хорошего. Будьте здоровы. И вам хорошего дня и здоровья. До свидания.